как будут уволены, которые участвовали во всех этих святых революциях. Обратите внимание, много книг подробно описывают сценарий. Особенно интересно книга, недавно вышедшая, называется «The Clinton's Wars», более интересно, где просто по дням расписано свержение Милошевича, как это было организовано. Вся эта святая революция очень достойна. Возможно, у нас сценарий святой революции попытка будет почти наверняка, особенно если будет ясно декабрю, что следующим президентом будет Путин. Этот сценарий, конечно, завтра не устраивает. Ни в коей мере, может быть, что-то предпринять. Признаков много, назову только один. Сейчас названа фамилия следующего посла Соединенных Штатов в Россию, который должен приехать. Это Майк Макфол, человек, который не является дипломатом, но является профессионалом в области революционных технологий. Он учился в Стэнфорде, этому, затем стажировался, готовил PhD по революционным изменениям в Анголе, Мозамбике и Южной Африке, стажировался в Польше, работал в Советском Союзе при Горбачеве, в Национальном как раз демократическом институте и финансировал оппозицию Горбачева, демократическую оппозицию Горбачева. Затем руководил центром Карнеги. Последний курс, который он читал в Стэнфорде, для того, как его назначили на Совет Безопасности Соединенных Штатов, присутствует сейчас является Россией, назывался «Революция и практический курс». Так что назначение такого посла оно достаточно красноречиво. Другое дело, что его кандидатура до сих пор не носит в Сенат, потому что боятся сейчас вот в этой браке его могут утвердить. И поэтому, в принципе, уже давно должен был приехать в Москву, но из-за нынешнего, конечно, внутриполитического кризиса в США по-прежнему остается там. Поэтому я думаю, что, скорее всего, попытка будет в декабре, опять же, если будет ясно, что Путин следующий президент. В марте маловероятно, потому что ну, одно дело делегитимизировать на выборы и побеждать партии Жуликов и Воров, а другое дело поставить этот вопрос на правильное действительно национальное выборы. Поэтому если будет, то в декабре.